بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله لا يسأله مخلوق عن علة فعله ولا يعترض عليه ذو عقل بعقله والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي جاء بالقرآن كالشمس في ضحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها فمن سار على نهجه واهتدى بهديه صار في نور نهار إذا جلاها ومن أعرض عن هديه وتمادى في غيه تاه في ظلام الليل إذا يغشاها Амма ба'ад, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, уважаемые братья и сестры. По милости Всевышнего Аллаха Субхану ва Та'аля, вот мы и встретились на долгожданных наших лекциях касательно арканул ислам, столпы ислама. Перед тем, как затронуть эти столпы, хотелось бы пояснить, столб – это то, на что опирается само действие. То есть, как говорят ученые, «руку ма ля ятимму илля бихи». Столб – это то, без чего само основное действие не может быть действительным. И в исламе их пять. То есть сама вся религия ислам опирается на пять столпов ислама. Как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, «Буни аль-ислам аля хамс». Ислам, религия ислам опирается на пять столпов. То есть эта религия ислам опирается, держится на пяти столпах. «Шахада алла илляха илляллах, ва анна Мухаммад ар-Расулуллах». Свидетельство, то, что нету иного Бога достойного, чтобы ему поклонялись, кроме Аллаха субханаху ва та'аля, и то, что Мухаммад – раб и посланник Аллаха. Второе – икамир саля, чтение пятикратной молитвы. Итай зака, третье – выплачивание заката. Четвертое – сауму рамадан, пост в месяц рамадан. И пятое – хаджуль бейти мен истата'а илейхи сабиля, совершение паломничества хадж в Мекку у того, у кого есть возможность как финансовая, так и как материальная, так и физическая. Сегодня бы хотелось затронуть первый столб ислама – шахада, свидетельство. И затронуть этот столб с точки зрения ан-накль валь-акль, с точки зрения Корана и Сунны, и с точки зрения разума. Ведь для мусульманина достаточно, когда одного аята, когда Субхану ва Та'аля говорит что-то о себе, описывает о себе. Верующий человек в этот момент, мусульманин говорит, «Сами'на ва ата'на», мы услышали и подчинились. Если пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, что-то повелел, а что-то нам рассказал, то в этот момент верующий мусульманин говорит, «Нусаддикука я Расулаллах», мы подтверждаем то, что ты говоришь, о посланник Аллаха, мы верим в это и действуют, живут соответственно это. Но бывает то, что человеку иногда нужны некие знамения, нужны некие далили, некие доказательства. Ведь, например, если мы говорим не о мусульман, то для них нужно доказательства разумные. Есть ли Бог или нет, есть ли Всевышний или нет, как человек может доказать, как человеку разум принять то, что есть Создатель, что есть Творец. Поэтому, альхамдулиллах, в сегодняшней лекции хотелось бы, опираясь на доказательства из разума и доказательства из Корана и Сунны Священного Писания, поговорить и разъяснить, что такое «Ля иляха илляллах». Нету Бога, кроме Аллаха, или нету достойного поклонения никого, кроме одного Всевышнего Создателя, субханаху ва та'аля. Во-первых, Аллах, как бывает иногда говорят, то есть не мусульмане, вот у вас Аллах, у нас Бог. Но в этот момент мы говорим, нет, Аллах – это значит единственный Бог, один единственный Создатель. Это не так, как у иудеев свой Бог Абрахма, которому они поклоняются, или у буддистов Будда. Кто-то там поклоняется корове, кто-то насекомым молится, кто-то молится солнцу, кто-то поклоняется стене там какому-то человеку, какому-то какой-то могиле, может быть, поклоняется. А Аллах – это один единственный Творец, один единственный Создатель, и Он только тот, кому можно поклоняться. Тот, кто достоин, чтобы Ему поклонялись. Даже если взять по арабскому языке, на арабском языке пишется «Аллах» справа на «Алиф» «Лам лам ха». Почему «Аллах»? У Аллаха Субхану ва Та'аля помимо этого имени есть другие имена. Но «Аллах» имеется в виду, сколько букв мы не убирали, указывает на единство. Если убрать первую букву «Алиф», читается уже «Лилляхи» – «Для Аллаха». Опять уберем одну букву «лям», читается «ляху» – «для него». Опять убираем «лям», остается «ху» – «он». То есть он единственный, субханаху ва та'аля. «Ля илляха илляллах» – это те слова, это то, ради чего Аллах нас с вами сотворил. «Ля илляха илляллах» – это то, ради чего сотворил Всевышний Аллах небеса, землю. «Ля илляха илляллах» – это то, ради чего посылал Всевышний Аллах посланников, который насчитывается около 124 тысячи пророков, из них было 313 посланников. «Ля илляха илляллах» – это тот Создатель, Творец, которому наше с вами возвращение. Во-первых, хотелось бы порассуждать нам с вами
и задуматься с точки зрения разума. Почему человек говорит то, что есть Бог, есть Создатель, есть Аллах? Потому что, если мы сейчас скажем, вот этот телефон, например, сам по себе появился, или вот эта книжка сама по себе появилась, этот стол сам по себе появился, ни один из нас в это не поверит. То есть у каждой вещи должен быть Создатель, тот, кто ее сделал. Один стол только там делали там, на заводе там, металл, на одном заводе дерево, там, в Белораме где-то в другом. Там возьмем этот телефон, там сколько людей над одним телефоном работали, маленькие там часы, колечко. У каждой вещи должен быть тот, кто ее сделал, тот, кто ее сделал, сотворил. А когда мы говорим о небесах, об облаках, о земле, солнце, луна, ветры, растения, ночь меняется на день меняется на ночь, это кем-то еще управляется, моря. В этот момент человек говорит, неверующий, это мать природа. То есть некий был взрыв на земле, теория большого взрыва, что-то там было, взорвалось, и такая красота сама по себе появилась. Опять же, когда что-то взрывается, в этот момент все разрушается. Даже дети, когда играют в песочнице, там один маленький, который помладше что-то построил, чуть постарше, который чуть построил, маленький подошел, что-то кинул, маленький взрыв, все разрушилось. А когда, как можно говорить тогда, то, что после взрыва такая красота, такая природа, создание, творение, люди, животный мир, подводный мир, все это сотворилось после взрыва, такая красота, это нелогично. Но даже если так рассуждать, тогда задается вопрос, вот это вот то, что первое, которое взорвалось, откуда оно появилось? Само по себе не может появиться. В этот момент человек говорит, это я даже из своей жизни хотел бы напомнить, один раз еще во время учебы, когда учился в Саудии, как раз в аэропорту Домодедово, мы ждали свой рейс, самолет. И со мной подсел один человек, и когда мы с ним разговаривали, он был атеистом, он утверждал, что Бога нету. И когда мы с ним начали общаться, у меня было колечко, я снял его, говорю, вот это колечко само по себе не может появиться, как может все остальное само по себе появиться? Тогда он говорит, хорошо, вы утверждаете то, что есть Бог, есть Создатель. Я говорю, да, есть Аллах, есть Создатель, есть Бог. Тогда задает вопрос, а кто тогда сотворил Бога? То есть, если есть Создатель, есть Творец, вы говорите, у каждой вещи должен быть Создатель, а Бога тогда кто сотворил? Опять же, одно из имен Бога, одно из имен Аллаха – Халик, Создатель, Творец. Если говорить, что его кто-то сотворил, получается, он махлюк, сотворенный, созданный. Не может быть Создателем созданным. Но если кто-то будет утверждать, если кто-то, астагфируллах, Всевышнего кто-то сотворил, Аллаха кто-то сотворил, тогда другой найдется и спросит, а кто сотворил того, кто сотворил Аллаха? А скажет, а кто сотворил того, кто сотворил этого, который сотворил Аллаха? И будет бесконечный спор, бесконечный диспут. Как что появилось первое? Курица или яйцо? Яйцо из курицы, курица из яйца. Но сколько бы это ни продолжалось, нужно остановиться, есть потолок, начало всего и вся. Это Создатель Аллах Субхану ва Тааля. И Всевышний Аллах в Коране говорит: «Ляйся камитлихи шай, ва хуа ас-самиу аль-басир». Ничто на него не похоже, он ни с кем, ни с чем не сравнится, и он всевидящий, самия, всеслышащий, басир, всевидящий, Субхану ва Тааля. После этого задается вопрос, для чего нас сотворил Всевышний Аллах? Для чего нас сотворил Всевышний Создатель? Кто-то говорит, я живу ради добиться карьеры какой-то. Живет, проходят года, добивается того, что он захотел, и все, жизнь его закончилась. То есть его смысл жизни закончился. Кто-то не дожил до того, до чего хотел бы он дожить, до своей карьеры, не добился чего-то. Получается, он без смысла жизни прожил. Кто-то говорит, я живу ради детей. То есть и ради детей только я существую. Дети вырастают, там переезжают в другую страну, оставляют родителей, выходят, девочки выходят замуж, мальчики женятся, у них свои семьи и так далее, куда-то далеко уезжают. Или бывает такое, то, что родители не заметили, как их дети вырастили, то есть не успели увидеть, как их дети выросли, то есть умерли при жизни, или их дети умерли. Кому-то Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не дал детей. Ведь Всевышний Аллах сказал в Коране: «Яхабу лиман яшау инаса, ва яхабу лиман яшау дзукур, ау юзаввиджухум дзукрана ва инаса, ва яджалу ман яшау акима». Всевышний Аллах кому-то дает девочек, кому-то дает мальчиков, кому-то дает и мальчиков, и девочек, а кому-то Всевышний Аллах не дает детей. Получается, эти люди живут без смысла жизни. Всевышний Аллах говорит в Коране, для чего нас сотворил. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, «Истаиду билля, афахасибтум аннама халакнакум абасан ва аннакум илейна ла турджаун». Всевышний говорит, неужто вы люди думаете, что я вас просто так сотворил? Просто так сотворил играть в этой жизни, вы ко мне не вернетесь.
И дальше сам же Всевышний Аллах говорит, почему Он нас сотворил. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Всевышний говорит, я сотворил джиннов и людей для того, чтобы они мне поклонялись. Я не прошу от них риск, не прошу от них пропитания, удел, еды, ничего не прошу. Поистине, я сам дающий пропитание, я сам дающий удел, говорит Всевышний Субхана ва Тааля. Так ради чего нас Всевышний Аллах сотворил, мы поняли, ради того, чтобы мы Ему поклонялись. После этого человек задается вопросом, а что я, раб какой-то, что ли, чтобы поклоняться? Я свободный человек, как хочу, так и живу. Во-первых, этот человек, хочет он не хочет, и верующий, и неверующий. И лицемер, все люди, они зависят от Бога, зависят от Аллаха Субханаху ва Тааля. Почему? Если бы он не зависел бы от Аллаха Субханаху ва Тааля, тогда хочется сказать этому человеку, если ты не зависишь от Аллаха, зачем ты спишь по ночам? Зачем ты тратишь свое время на сон? У человека там, если он 50-60 лет в этой жизни живет, у него 15 лет только на сон уходит. Для чего ты тратишь время на сон? Иди дальше работай, еще больше зарабатывай, наслаждайся там чем-то, занимайся какими-то делами. Ни один из нас не может без еды прожить несколько дней. Ни один из нас без питья не может прожить. То есть поэтому без воздуха. То есть каждый человек нуждается в Аллахе Субханаху ва Тааля. И об этом Всевышний Субханаху ва Тааля сказал: «Я айюханнасу антумуль фукарау илаллах, валлаху хуаль ганийюль хамид». О люди, обращение ко всем людям. В Коране есть обращение к верующим, в Коране есть обращение к неверующим, в Коране есть обращение к пророкам поименно, к посланнику Аллаха. Также есть обращение «Я айюханнас», «О люди», «Антумуль фукарау илаллах», «Вы нуждаетесь в Аллахе», «Вы нуждаетесь в своем Создателе». «Валлаху хуаль ганийюль хамид». А Всевышний Аллах, Субхана ва Тааля, Он богат, самодостаточный и ни в чем не нуждается, Субхана ва Тааля. Поэтому тот человек, который говорит, я живу как хочу, я свободный человек, хочет, грешит, нарушает права других людей, этот человек нарушает права Всевышнего Аллаха, Субхана ва Тааля, этот человек раб своих страстей. Он так и так автоматически является рабом Аллаха, мы пояснили почему. Но также он является еще, это слабый человек, рабом своих страстей, идет на поводу своих страстей. Поэтому Аллах Субхана ва Тааля в Коране сказал: «Фаля таттаби'ин хава, фаюдиллака ан сабилиллах». «Не следуй своим страстям, они собьют тебя с пути Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля». «Инна ладзина ядиллуна ан сабилиллахи лахум азабун шадид бима насу йаум аль-хисаб». Те, которые сбились с пути Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, их ждет болезненное наказание за то, что они забыли о дне расплате, о дне расчете судного, забыли о судном дне. Поклонение с точки зрения ислама – это аль-муамаля, это взаимоотношения. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ла рахбаниета фил ислам». В исламе нету монашества. Монашество, то есть имеется в виду, ислам – это не просто одеть какую-то накидку, одежду и 24 часа в мечети сидеть и ничем больше не заниматься, только молиться, поклоняться. Нет. «Ад-дину тиамуль». Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, религия – это взаимоотношения. Первое – между человеком и создателем, между рабом Аллаха и между Всевышним Субхана ва Тааля. Это через другие столпы, которые мы будем дальше пояснять, говорить про намаз, про закат, про пост, про хадж, другие действия. Между людьми, между родителями, детьми, между мужем и женой, между соседями, между мусульманами, между как к другим конфессиям относиться, как даже к животным относиться, ислам нас обучает. И также аль-ислам ат-таамуль. Религия – это взаимоотношения. Значит, наше поклонение – это взаимные отношения. Даже, субханаллах, если человек устал, и он верующий в Аллаха, субхану ва Тааля, он из тех людей, которые поклоняются Аллаху, его сон будет для него поклонением, чтобы он взял силы и дальше поклоняться Аллаху. Еда, которую он кушает, для него поклонение. Питье – это для него поклонение. Любое действие – это для него поклонение, и он берет за это награду перед Всевышним Аллахом, субхану ва Тааля. Также человек говорит, если я, то есть обычно так человек принят, то, что он хочет всегда что-то взамен получить. То есть в жизни всегда идет такой взаимообмен. Человек берет знания, знает, тратит свое время, на это тратит там финансовые, то есть оплачивает эти знания, чтобы обучаться. Потом берет знания, обучает других,
То есть дает знания, берет взамен опыт, там, выходит на работу, отдает свои силы, отдает свое время, получает зарплату, берет деньги, отдает деньги, получает там продукты и так далее. Всегда взаимообмен какой-то. И человек задается вопросом: если я буду поклоняться Богу, если буду поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля, будет ли мне за это какая-то награда или нет? Для чего мне нужно поклоняться? Почему я должен молиться? Для чего? Человек говорит: хорошо, я верю, что есть Бог, я верю, что есть Создатель. Я понял, что Он меня сотворил для того, чтобы поклоняться. Я уже это понял, но для чего нужно поклоняться? Если я буду поклоняться, получу ли что-то взамен, какую-то награду от Всевышнего или нет? Во-первых, хотелось бы напомнить то, что Аллах Субхану ва Тааля сотворил человека в неких измерениях. Первое, когда мы были в утробе наших матерей, Всевышний Субхану ва Тааля в Коране сказал: «Хуа а'ламу бикум, иза анша'акум минал ард, ва иза антум аджиннатум фи бутуни уммахатикум ла та'ламуна шай'а, фаджа'ала лакуму ас-сам'а вал-абсара вал-афида калилан ма ташкурун». Всевышний Аллах говорит: Аллах лучше знает о вас, чем вы сами. То есть Аллах лучше знает, что нам нужно, чем мы сами. Почему? «Ид анша'аку миналь ард». Он вас сотворил из земли. То есть производитель наш, создатель наш лучше знает, что нам нужно. Это всегда такую некую параллель проводим, приводим пример братьям нашим. Говорим: у каждого из вас в машине сейчас, если открыть бардачок, есть сервисная книжка. И там написано, через какое время нужно сделать первое ТО, пройти второе ТО. Например, если там немецкий автомобиль, это там через 15 тысяч первого ТО, если там японский, через 10 тысяч ТО, нужно поменять масло, там колодки. Если не обращать на это внимания, дальше человек ездит, так 20 тысяч, 30 тысяч, 50, 60, в итоге, ну что, двигатель стукнул, колодки стерлись, то есть все, уже машина негодная, ее можно брать и выкидывать. Почему? Потому что он не следовал инструкциям производителя. Лучше знает, например, компания Toyota, когда нужно поменять там масло, когда нужно сделать ТО, чем водитель. Чем водитель? Он просто водит, а это производитель. Ведь наш производитель, наш создатель лучше знает, что нам нужно, чем мы сами. «Ид анша'аку миналь ард». Аллах сотворил вас из земли. Он лучше знает, что вам нужно. «Ваджа'аля лакум сам'а». Аллах дал вам слух. «Валь абсар» – зрение. «Валь афида» – сердца. «Калилям ма ташкурун». Мало вы благодарите Аллаха. Мало вы благодарите Всевышнего Аллаха. Часто такие аяты вспоминаются в Коране, когда Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит: وَقَلِيلُ مَاهُمْ مَالَ их, وَمَا آمَنَ مَعْهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Вместе с ним, с пророком, уверовало только малое количество людей. وَقَلِيلُ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. Малый из моих рабов благодарный мне. То есть верующий человек в этот момент хочет быть из этого меньшинства. Не из большинства, а из этого меньшинства, мин аль-калиль. То есть из тех, которые приближены к Всевышнему Аллаху и которые познали Всевышнего Создателя. Когда мы были в утробах наших матерей, уважаемые братья и сестры, мы не могли сейчас подумать то, что мы сейчас будем слушать эту лекцию. То, что в такого-то числа, в такое-то время мы включим телевизор и услышим, увидим эту лекцию, или будем сидеть здесь, разговаривать, общаться. Там никто из нас не мог подумать, когда он женится, когда выйдет замуж, там, где он будет учиться. Он ничего не знал. И вдруг он, когда родился, это второе уже измерение. Поэтому часто задают такой вопрос, к этому тоже придем, к другому, когда будем разбирать следующие столпы. Судный день, день суда, рай, ад. И человек, часто мы слышим среди людей: а кто оттуда возвращался? Видел ли кто-нибудь, чтобы мог бы засвидетельствовать то, что есть там рай, то, что есть ад? Никто же оттуда не возвращался. Часто такие мы слышим вещи, но вот в этот момент самое первое, что хочешь сказать, вот именно никто оттуда не возвращался. Почему человек утверждает то, что ничего нету, что нету рая и ада? Он ведь оттуда не возвращался. Но подобно тому, как мы были с вами в наших утробах наших матерей, мы не знали этот мир, мы не могли этого представить, и сейчас мы живем в этом мире. Вот подобно этому также и будет судный день, будет расчет, будет Всевышний Аллах Субхану ва Тааля спрашивать человека, подобно тому, как он был в утробе своей мамы и не знал этой жизни. Второе измерение, когда мы живем в этой жизни, хаятю дунья, называется это временная мирская обитель. Человек в этой жизни живет, верующий, альхамдулля, благодарен Аллаху Субхану ва Тааля, неверующий, но благодарный Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, кушает, пьет, спит, работает и так далее. Все это проходит, жизнь.
И как сказали мы, то, что для чего нас Аллах сотворил на эту жизнь, лил-ибада, для поклонения. И пояснили то, что поклонение – это взаимное отношение. Третье положение человека, измерение, в котором человек живет, и каждый из нас каждую ночь там бывает, это во время сна. Аллах Субхану Ва Тааля говорит, это вафакум. Он вас умертвляет, когда вы засыпаете. То есть, по сути своей, сон – это маленькая смерть. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ан-науму ахуль маут». Сон – это брат смерти. То же самое с ним процесс происходит, когда человек засыпает или когда человек умирает. Что происходит? Из него выходит душа. Когда человек засыпает, из него выходит душа, поэтому бывает, он какой-то сон красивый такой видит, и потом будильник звенит, у него он просыпается. Субханаллах, какой был красивый сон, машаллах. И он видел какого-то близкого человека, который покидал эту жизнь, по которому он скучает. Или он видел что-то прекрасное, видел как пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, кто-то видел сахабов, кто-то видел что-то такое красивое, радостное. И, субханаллах, и просыпается, и говорит, субханаллах, какой был прекрасный сон. И живет еще с этим сном на протяжении там, постоянно его вспоминает, бывает годами даже вспоминает, и как будто он, как, бывает такое, как будто сон как бы наяву, такой прекрасный сон, и он радуется. Бывает, наоборот, плохой, страшный сон. Человек просыпается среди ночи, смотрит на время, поспал 30-40 минут, весь такой вспотел, холодно из него вышел, чувствует такой холодный пот, холодно ему становится, озноб такой берет, встает, берет омовение, и говорит, альхамдулилля, слава Аллаху, это всего лишь был сон. Страшно что-то видел во сне. Или какое-то предательство видел во сне. Или видел, когда там каких-то животных, или там бывает, где только он не бывает во сне, там как будто он падает, или самолет падает. У каждого свой такой некий страшный сон, и он просыпается. Или кто-то из его близких умер. Он просыпается и говорит, альхамдулилля, то, что это всего лишь был сон. Как я благодарен тебе, Всевышний Аллах. Или кто-то видит то, что астагфирулла, оставил религию во сне. Как будто он отвернулся, от Аллаха отвернулся. Уль-айяду билля. Некий страшный сон, который приносит негатив, и он благодарит Аллаха то, что это всего лишь был сон. Или бывает, встречается с какими-то людьми, которые ушли из этой жизни. Это что такое? Это душа его выходит из его тела, и потом, когда он просыпается, обратно душа вселяется, и он встает. Следующий этап, следующее измерение – это когда человек умирает. Аналогично тоже с ним происходит, то же самое, то, что во сне. Когда человек умирает, что с ним приходит, тоже душа выходит из его тела. Поэтому, как говорят ученые, определение смерти «аль-маут» – «хуа муфаракат руа ниль джасад». Сон – это когда душа расстается с телом. То есть, когда душа расстается с телом, это и есть смерть. Но если во время сна, ты можешь что-то услышать, что-то можешь проснуться, она где-то рядом, эта душа обратно вселяется, человек просыпается, то когда человек умирает, душа из него его покидает, и выходит из него душа, и уже только возвращается, когда наступает судный день. Возвращается его тело, и потом человек воскрешает. И вот здесь вот бывает то, что, как Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит, барзах. Вот это вот следующее измерение называется барзах. Барзах – это время между судным днем и между этой жизнью. То есть те люди, которые сейчас ушли из этой жизни, пока в раю, в аду еще никого нету. После судного дня, только после великого суда, кого-то Аллах Субхану ва Тааля накажет в аду, в джаханнаме, валь-айяду биллях, как неверующие вечно будут в аду. Грешники окажутся в аду, очистятся от своих грехов и войдут в рай. Кого-то Аллах по своей милости простит, кто-то сразу же попадет в рай, кто-то в самую высшую степень рая попадет. И барзах – это то измерение, где человек, как бы, так сказать, можно его назвать как махаттатуль интилар. Махаттатуль интилар – это как зал ожидания. Ждет судного дня, чтобы потом уже, то есть, ушел из этой жизни и ждет этого часа. Поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Аль-кабру рауда мин риядиль джанна ау хуфра мин хуфрин нар». Могила – это сад из садов рая или яма из ям ада. То есть кто-то наслаждается в могиле, подобно тому, как наслаждается во сне. Только другие там еще ощущения бывают. Еще более это чувствительные ощущения. А кто-то наказывается так, как в страшном сне наказывается. Потом следующее, последнее измерение. Это Яум аль-Кияма, Яум аль-Ахир. Судный день. Последний день. Почему Сумми би Яум аль-Ахир? Почему называется как последний день, судный день? Почему называется последний? Потому что «ля яум шабих мин джинси лан якун абада». То есть не будет никогда похожий день на этот день.
Не будет другого дня похоже, кроме как на судный день, никакого другого дня не будет похоже. Что происходит в судный день? Аллах Субхану ва Тааля говорит: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. Когда ангел Исрафиль дунет в горн, все уничтожится, все разрушится. Небеса свернутся, уничтожатся небеса, облака свернутся, солнце, субханаллах, субханаллах, уничтожит солнце, уничтожит луну, уничтожит все звезды, всех людей, всех ангелов, все уничтожится. Куллю шейн халикун илля ваджха, как говорит Субхану ва Тааля, все уничтожится, кроме как один Аллах Субхану ва Тааля. И ангел Исрафиль дунет в горн, все уничтожится. Фаида нуфиха фихи ухра, когда второй раз дунет в горн, фаида хум кияму янзурун, то все выйдут из своих могил, встанут и будут смотреть. То есть начнется экзамен, начнется судный день. Здесь человек опять с точки зрения акля, с точки зрения разума говорит: да как, Боже, человек заново воскреснуть? Как он может после того, как умер, опять встать? И это часто говорили пророкам, и говорили пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, в том числе говорили неверующие: айда кунна изаман, айда митна ва кунна изаман, а инна лама бауцун. Если мы после того, как мы умрем, и превратимся в прах, а с нас останутся только кости, неужто мы заново воскреснем? То есть задавали такой вопрос. Поэтому тут тоже задают вопрос человек: как это вы там что, каких-то фильмов что ли смотрели? Человек умер, как он заново может воскреснуть? Отвечать с точки зрения разума как? Каждый день человек умирает и воскрешает. Каждый день умирает и воскрешает. Каким образом? Умирает, Аллах Субхану Тааля нас умертвляет, когда мы засыпаем. Потом мы просыпаемся, душа обратно вселяется. То есть опять же, в этот момент тело находится где? Тело находится в нашей кровати, в нашей постели. А душа где-то только там не летает, где только не бывает во время сна. То же самое, судный день, наше тело в могиле, а Аллах Субхану Тааля вселяет, а душа в барзахе. Барзахе потом обратно вселяется, и человек, потом тому, как просыпается, в этой жизни также воскреснет. Также Аллах Субхану Тааля показывает нам то, что каждый раз, когда наступает зима там, или заморозки, то почва умирает. И потом, когда наступает тепло, она опять воскрешает, опять кого-то заново рождается, растет. Также Аллах Субхану ва Тааля говорит: как я умертвляю землю и ее заново воскрешаю, так же и вы. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. Таким образом и вы видите, говорит Субхану ва Тааля. Также Субхану ва Тааля говорит: هُوَ يُعِيدُكُمْ كَمَا خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. Аллах вас заново возвратит. Заново юиду. Иада в арабском языке — это повторение. Вот бывает, когда прямой эфир, мубашар, бывает иада, бывает повторение. То же самое, как бы Аллах Субхану ва Тааля здесь говорит, Он вас повторит. То есть заново вас также повторит, подобно тому, как сотворил вас впервые из небытия. И это еще легче, говорит Субхану ва Тааля. Это еще легче. Все Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля легко, но Аллах Субхану ва Тааля, дабы люди поняли разумом, нам объясняет в Священном Писании, в Коране, говорит, это еще легче. Это как бы, знаете, когда у человека, опять же, возьмем пример с машиной, когда едет на машине, чуть-чуть поцарапал, подкрасить там. Это легче сделать, чем заново такую машину сделать на заводе, так из небытия. Что-то ты уронил там стекло в телефоне, да, ага, стекло поменять легче, чем заново такой телефон весь полностью сделать. То есть Аллах Субхану ва Тааля говорит, что-то повторить легче, чем сотворить впервые из небытия. Но все для Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля легко. Воскрешает судный день, подобно тому, как Аллах Субхану ва Тааля говорит, я его заново повторю, я его заново восстановлю человека, подобно тому, как Аллах Субхану ва Тааля сотворил впервые из небытия. Мы же с вами поняли то, что Всевышний Аллах создатель всего и вся, то, что Он сотворил впервые все из небытия, и это еще легче, говорит Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Потом начинается судный день. И в судный день Всевышний Аллах Субхану ва Тааля судит людей. Как мы сказали, то, что кого-то Аллах Субхану ва Тааля навечно введет в ад, как неверующих, как язычников. Кого-то Аллах Субхану ва Тааля очистит в аду от грехов, потом он только попадет в рай. Кого-то Аллах Субхану ва Тааля без спроса ведет в рай, кто-то будет спрошен, потом попадет в рай. Это с точки зрения разума, то, что создатель, кто такой творец, что он от нас хочет, для чего он нас сотворил.